Юлия Михайловна, как вы прокомментируете свое решение покинуть комитет? Ну, во-первых, я его покидать не собираюсь ни в коем случае. Это один из моих самых любимых комитетов. Просто по регламенту областной думы нельзя находиться сразу в нескольких комитетах больше, чем в трех. Вот в трех я состою на данный момент, а получается так, что основные мои законодательные инициативы, но они прежде всего связаны с моей прежней работой в исполнительной власти, как заместителя главы города по общественным и межнациональным отношениям, они все равно в области МСУ сосредоточены. И в данный момент вот на рассмотрении лежит, опять же, в комитете по МСУ три моих законопроекта. И, конечно же, хотелось бы активнее участвовать в деятельности того комитета, по профилю которого ты по факту работаешь. А с культурой я ни в коем случае расставаться не буду. Это, как я уже сказала, один из самых любимых комитетов. И действительно, там у нас очень такая интересная команда подобралась из членов комитета, с которой ни в коем случае никаким образом связь прерываться не будет.